Рост заболевших коронавирусом зарегистрирован в России. Более 28 тысяч случаев за сутки. Это на 3 тысячи больше по сравнению со вчерашним днем. Из них 87 инфицированных в Татарстане. На следующей неделе в республику поступят первые 3700 доз вакцины от коронавируса. Привиться и смогут все желающие. Вакцинацию начнут проводить около 40 медицинских учреждений. Подпишись сам и подпиши близких. Сегодня в Татарстане началась декада подписки на периодические издания. Оформить ее на газеты и журналы на первое полугодие следующего года можно по специально сниженной цене. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.